Всем привет, ребята! Приехал я на это удивительное место. Хочу намыть золото. Сегодня очень хороший день, солнечный. Посмотрите, сколько снесло камней. Это не в горах. Это снизу гор. Достаточно так далеко от города. Тут очень тихо. Вверху находится золотоносный карьер. Там добывают золото. И, разумеется, сюда тоже сносит это самое золото рассыпное. Вот тут хорошие вот пески. Сейчас буду брать вот тут материал. Я уже подобрал такое место перспективное. Вот тут оно скапливалось осенью, весной, когда все таяло, когда дожди проливные лили. И здесь золото скопилось, есть оно. Так, ну сейчас буду показывать все. Все показывать буду. И посмотрим, сколько я намою золота. Где брать золото, мыть руду? Я говорил, брать надо в ямках. Вот, к примеру, видите, вот. Вот тут размывало, и вот образовалась ямина прямо. Снизу брать, вот тут. Вот тут можно даже повысматривать самородки. Они порой оголяются, особенно осенью и весной. Среди вот такого камня. Набираем материал. Так, я в ямке взял. Набираем материал. Идем мыть. Кстати, материал такой необычный. Очень много блестит в нем золотистого песка. Так, ну вот я набрал вот столько материала. Идемте мыть. Давайте посмотрим. Я думаю, что тут золото есть. В том году я тут неплохо намывал золотишечко. Ну, к примеру, можно вот тут сесть. И начинаем мыть. Хоть вода и грязная, но она позволяет мыть золото все равно. Лучше с ней, чем без нее вообще. Течение, конечно, идет. Это плохо. Опа-ля. Кажется, я вижу золото. Посмотрите. Видали? Какие тут хорошие признаки золота. Опа-ля. Посмотрите. Вот оно и золото. Первое намытое. Неплохо. Очень даже неплохо. Вот так, ребята. Давайте сюда отойдем. Здесь, видите, нету течения. Лучше мыть, где нету течения. Тогда меньше шансов, что его смоет. Ну и плюс плохо видно. Это очень плохо, когда плохо видно тоже. Есть шансы, что вы можете просто не заметить, что-то смыть. Вот так вот, смотрите. Вот оно, золото. Золото на этой речушке. Посмотрите, какое. Достаточно крупненькое. Не так много, конечно, как хотелось бы. Но золото есть. Вот первые результаты. Намыл. Где мой стаканчик? Так, вот он. Первое золото намыл. Вот так вот. Смотрите. Неплохо. Скажете, добыть такого не может. Но так это, может быть, у вас не может быть. Я не спорю. А у нас все может быть. Смотрите. Достаточно неплохой самородочек вышел. А? Я же говорил, в ямках скапливается золото. Все у нас может быть. У нас земли очень богатые. И это все без обмана. Это настоящие богатства. Посмотрите на эту красоту. Это хорошие признаки, что рассыпное золото есть. А вот мелкое собирается золото, пылинки. Их так много, что если бы их все можно было собрать,
можно было бы добывать по 1 тонне золота в месяц. Тут куча золота. Давайте еще возьмем. Раз есть такие богатые признаки, надо продолжать мыть золото. Возьмем вот тут, к примеру. Вот тут тоже все размывало, видите, камушки. Сейчас мы подойдем к этому месту. Я сильно не тороплюсь, чтобы качество было хорошее. Так, где нам взять? Сейчас я смотрю, вот. Ну, можно вот тут взять, вот тут как раз вот намывало. Давайте посмотрим сперва. На что еще внимание обращать, кстати, уважаемые. Смотрите очень внимательно, иногда можно встретить самородок, а это будет лучший признак. Лучший признак того, что золото точно есть. Опа, посмотрите. Вот так вот, оно блестит порой. Поэтому просто иногда достаточно походить, ничего себе. И далее. И сразу есть результат хороший. Видимое золото, самородок. Значит, есть и много такого золота, как я с первой партии намыл. Ну, давайте его сюда покладем. Сейчас мы его заберем. Пусть он полежит пока немного. Давайте возьмем промыть. Что же тут есть тогда, если такие кусочки золота попадаются? Наверное, золотисточка много. Много мелкого песка. Много очень мелкого песка, который блестит просто невероятно. Кажется, я видел, блестел кусочек золота. Куда-то делся. Пошлите промоем, ребята. Посмотрим. Самородок нашел. Золото немного уже намыл. Приятно, приятно, что тут такие богатые земли. Это настоящий Клондайк. Так, тут не глубоко, лучше мыть где поглубже. Давайте тогда сюда подойдем, где я мыл. А потом смоем основной песок. Если будут признаки золота, то продолжим мыть в этом месте. Если не будет золота, будем менять место, и все, все, просто надо... Опа! Золотишечка тут просто куча, посмотрите. Оголяется, прям кидается в глаза аж. Просто кидается. Не я золото ищу, оно меня само ищет. Тут такие земли богатые, что просто не передать словами. Ну, давайте посмотрим. Намыли мы хотя бы 50 грамм. Потому что вижу очень богатые признаки. Опа-ля! Ничего себе! Кажется, я вижу невероятно богатые признаки золота. Посмотрите! Нифига! Грязное золото! Но его тут просто куча. Куча целая. Вот она, золотисточка, посмотрите. А? Очень много золота, ребята. Невероятно много. Золото грязное какое-то. Но это золото, посмотрите. Убираем сюда на хранение. Видали? Золото-то целая куча оказывается у нас. Вот оно, посмотрите. Опа! Сколько золотишечка? Целая куча золота. Неплохо. Пошлите подберем наш самородок. Посмотрите. Лежит, просто дожидается. Поэтому кому
Интересно, приезжайте, скажу вам. Вот такие самородочки найдете. Даже можно и не мыть, просто пособирать золото ради интереса. Вот так вот можно ходить и высматривать. Я самые сливки собираю, самые сливки. Меня не интересует вот эта пыль мелкая. Меня интересует только крупное, крупное золото. Чтобы было побольше золота. Опа! Блестит. Что это? Посмотрите. Еще один самородок. И далее. Нифига тут золото нанесло силевыми потоками. Я в шоке. Я в шоке, ребята. А сколько блестит тут, а если бы вы видели, камера не способна показать вот это вот мелочь. Это все мелочь еще. Помоем, подойдем. Давайте ополоснем наши самородочки. И на этом конец. Я буду сейчас мыть. Намою. Сколько моей душе угодно. Посмотрите. Посмотрите на эту прелесть. Какие куски золота. Это шок. Это же настоящий шок, ребята. Конечно, скромненько так. Но по-нашему. Единственное, вот такой кусочек. Ничего так, видите, добренький. Хороший. А это я, наверное, выкину. Оно мне не надо. Слишком мелкое. Сюда уберу. Пусть здесь дальше лежит. А вот эти два добреньких кусочка я заберу, потому что я сейчас тут пройдусь. Я тут найду куда больше куски, чем просто вот это мелкое золото. Я уже знаю, что тут очень много его. Все. Подписываемся на мой канал, уважаемые. Ставим плюсы, ставим минусы, кому как угодно. Золотишечко нашел. А то пусть покоится с миром золото несчастное. Невероятные богатства. Бросайте свою работу. Хватит работать на дядю, который харкает на вас, только орет. Давай, давай, быстрее, давай. Вот такие вот самородки вы будете со мной находить. И ездить, как я, пить пиво, кушать шашлычок, покупать себе все, что вздумается абсолютно. Не вставать на эту трудную, вонючую работу бежать с утра. А просто будете богатство собирать и богатеть. Все, вся работа. Не надо будет свою головушку забивать слишком. Вот они, богатства. Тут много золота, вы поймите, у нас настоящий Клондайк. У нас его килограммами. Я же не один такой. Вон американцы, братья, добывают. Африканцы. И остальные братья и сестры ищут золото. А у нас просто супер богатые земли и все. У нас этого золота просто тут тоннами. Как у вас железо валяется, у нас золото валяется. Прекрасные места. Много золота. Что еще надо, скажите? Что? Что еще надо для счастья? Просто ходить и собирать это самое золото. А на этом конец. Всем удачи и пока!